Всех приветствую на канале. Не мог не обойти тему костюмов, призывов. Ну и, конечно же, сегодня у нас турнир. Давайте тогда так сделаем. Я всегда сначала катаю турнир обычно, да, потом призываю. Ну, чтобы, грубо говоря, публику удержать. Хотя можно всегда в конец перемотать, посмотреть призыв. Но сегодня сделаем наоборот. Сегодня призову, а потом пойдем. Сначала раскачаем. Ну, кстати, неплохо. Теперь вот так делаем. Ну и теперь. Четверка. Неплохо. Ладно, погнали. А, я не посмотрел. Ну-ка. Барона у меня Е. Понятно. Поехали. Так, здесь квасир. Вот этого главное снести. И потом дело будет за малым. Единственное, что я не вижу, это поляны желтых или фиолетовых. Вот, кстати, желтые пришли в лее. Ну, ребят, желтые. Желтые пришли. Наверное, пофиг. Кстати, вы знали, что вот эта вот дама, она может 60% уже обойти точно. Ё-моё, я ее запулил так, не глядя. О, блин, квасир там, ё-моё. Квасир и крот. Крот наоборот. Так, ну чё, пробьём их? Есть шанс обойти? Давайте далее. Значит, далее. Ну, здесь желтых без понтов особо ставить. Хотя... Мне вот... Ладно, вот это Агнес хорошо лупит. Давай ее оставим. Так, фиолом есть. И даже красный есть. О, шикардос. Снесли первого типа. Так, под комбо. Давай вот так заложим. Отлично. Так, ух ты. На махаге-то больно бьет. Ну давай в него заложим. Раз, два. Три. Бомбу бы в него закинуть. Так он еще не скоро зарядится. Не, не будем. На махаге кидать. Ну, что делает вообще? Что творит? Ну, здесь как бы ерунда. Давайте, два боя долбанули сейчас. Ух ты, ё. Гунар. Сила, посмотрите, какая. 2800 команда. Против Джиганхира. Ну, здесь возможно, что мы сейчас можем и слиться. То есть я вам ничего не гарантирую. Ну, поехали.
Так, давайте здесь внимательненько. Так, зайдем. Джиганхир. О, братюня слетел. Ну, тогда все здесь понятно. Теперь надо фонаря выносить. Фонарь. Я думаю, что на выход. Так, а добьем мы его одним камнем? Сможем такую провернуть пулю? Смогли? Ну все. То есть не такой страшный соперник. Опять же, я говорю, когда есть камни, вот правильно кое-кто говорит на ютубе, что если есть камень, то пофиг, какая команда и какая сила у вас. Вы будете тащить. Опять Ульмер здесь на этих лычках. Ну, не знаю, народ как-то пока, видимо, не понял всего этого удовольствия. Ну, давай вот так сделаем. Три сюда кинем. Сейчас у нас желтые придут. Что-то здесь как-то непонятно, не складывается. Пазл, пазл империи пазлов. Ох ты ж. Чё так больно-то? Чем заряжать? Блин, Вален еще здесь. Тут вообще трешовая команда, вот честно вам скажу. Так, как бы мимо-то кинуть? Вот так. Кинули, блин. Ульмер. О, желтые прилетели. Лишнее, лишнее. Кого здесь забрать? Сиди, блин, и хрен знает на самом деле. И этому оставили, и тому оставили. Блин, ну это зараза. Это просто зараза. Это жесть, ребята. Есть мимо. Слушайте, главное правильно распределить, кому дать минусы. Ну там просто поляна сыграла, просто подвезло. То есть здесь должен был я, конечно, вылетать. Ну ладно, есть еще вот этот бой. Давай вот так сделаем. Раз. До вас. Ну-ка на Махаге скинем. Блин, конечно, нет. А он, блин, больно бьет, так же, как и тот. Самое обидное, что... Ну, давай вот этот вот здесь. Что на Махаге, в принципе, по нам сейчас ударит, да? Да, ударил, но не ахти. Не сильно. Так, мы его забираем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Подарок делает, конечно, поляна сегодня. По идее, нас должен был Бальтазар сейчас выносить. Делать минус... Не знаю, сколько... Пчелы. Дело такое. Ладно, на этом мы...
заканчивать будем. Мы сегодня долбанули с вами 5 из 5. Шикарно, я считаю. Топ-5 вошли. На этом все. Всем удачи. Хороших призывов в костюмах. И пока-пока.